За 10 тысяч лет человечество неплохо изучило окружающий нас мир и адаптировалось к нему. А за последние 100 лет сделало огромный скачок в технологиях и исследованиях Земли и космоса. Но совершенства мы не достигли. Самолеты внезапно возвращаются на Землю, поезда сходят с рельсов, а природа порой поражает своей разрушительной силой даже тех, кто был уверен в своей неуязвимости. Почему это происходит? На нашем канале мы вспомним множество таких событий и постараемся разобраться в том, как это было на самом деле.